все-таки формулу. По ДД все-таки он разрывает щи бедного Веспа. Я тут выход... забыл. И... Да. Сейчас я убираю. Я случайно забыл убрать превьюху, поэтому никто не увидел ни ФБ, ни всего остального. Да, я забыл убрать превьюху из-за этих проблем с коннектом. Совсем как-то все пошло не так, как надо, не по плану. Непрофессиональненько. Да, вообще, это просто уволен. Уволен. Тем временем, кстати, Клопа, ну, понемногу. Нет, теперь Лондрид начинает доминировать в виде над Клопой. До этого было преимущество у Клопы. Внизу Кентавр наравне стоит на пару со Слордаром. То есть Слордар ему ничего не может сделать, Кент спокойно стоит, фармит. Пытается перегнать друг друга. Виз перетянулся в топ и получает, он получает соло от Абадона. Вивер получает соло от Абадона под Виспом. Ну, пока и что я скажу, что роль Виспа здесь весьма туманна. Да, как-то он ходит по лайнам, пытается что-то кому-то где-то помочь. Ну, как бы Висп все-таки это лейн саппорт. Это лейн саппорт. Он должен обычно стоять со своим кором на линии и всячески его подсейвливать. В принципе, это единственная полезная вещь. Ну, еще, ну, конечно, кроме спиритов, но спириты. Кстати, Кентавр теперь держится в топе по крипстату и выходит в вангвард. Скоро он себе дофармит вангвард минутки на 7-й. И тогда будет весело уже в Тардару. Когда будут забегать под вышку, и вышка не будет наносить никакого урона. А тут кстати, бегает Абадон, Абадон... Рубик тоже не знает, чем хочет заниматься, но там вверху бьют и бьют Джиггернаута, и скорее всего это ФБ. Да. ФБ, это ФБ. У меня очень и большие проблемы сейчас с коннектом, прям очень серьезные, я не знаю, что делать в этой ситуации. У меня очень большие проблемы с коннектом, к сожалению. Материться можно уже? Нет, материться нельзя, потому что стрим все еще работает, но коннекта по-прежнему нет. Тут так, кстати, сейчас бьют. Смотри, как интересно. Ну, здесь снова умирает формула во второй раз уже. Ну, снэп сейчас просто, наверное, заберет, да. Видж доктора заберут. Тем временем полная доминация на медиде от Ландруида над Клопой. Просто перелосхитер в щи. 25-10 Ландруида на 18-3 Клопы. Это выигранный мид этим Ландруидом. Курьер, кстати, у Valor Gaming до сих пор не апнут. Идет шестая минута встречи. Не могут там апнуть его, я не знаю. Денег не хватает. Ну, вообще хватает, они просто стесняются. Стесняются. Так, пытается забить Абадона. Абадон Дона вряд ли убьют все-таки. Ой-ой-ой, не. А вот и убили, а вот и убили. Здесь стоит Зергугава, но. Врешь. У него нет, кстати, варда. Он не качает вард. Он идет через первый третий. Ну, весело ему, конечно. Ну... Наверное, там налип. А, кстати, вот начинается то, о чем я говорил. Кентавр просто беззаботно стоит под вышкой, ему никто ничего сделать не может. Или ну, может. Пытается. Нет, ну здесь. Да, он здесь, наверное, может дать стан, еще даже забрать на развороте, что он и пытается провернуть, да. Отличный килл. Follow me в соло забирает с Лордара. Может еще уйти через свой ультимейт. Просто ничто юзнутое, на самом деле. Ну, он, не знаю, просто пытался убежать от Абадона. Хотя у Абадона, в принципе, ничего нет. Ну, мало ли. Есть вангвард. Уже вангвард теперь точно уже ничего не делают. В то время как он будет ломать. Ой, а тут сейчас могут еще раз убить Джаггернаута. Он же уже умирал, насколько помню. Да, здесь просто забирают Джаггернаута. И дальше следующий Вич Доктор. Это Вивер начинает набирать обороты и... Ну да, его уже будет тяжело остановить. Мегакилл. Мегакилл, даблкилл. Мегакилл у молодого перспективного. Никому не известного. Не, ну как это никому не известного? Ты тут особо не говори, так это молодой перспективный снэп, ты чего? Это сильнейший в истории
оффлейнер. В истории Террор Лиги, конечно же, на самом деле нет, но... По крайней мере, самый молодой и самый перспективный в истории Террор Лиги, это да, это точно. Ну, может, может. Пытается сейчас, кстати, Ред Фьюри выйти, убить Слардара, вешает на него Corrosive Haze, и его просто, отгоняют. Я не знаю, реакции не хватает парню. Тут, кстати, Виннер сейчас запулил. Пытался сделать отвод на И, кстати, никого не смог отвести. Ну, плюсик за попытку. Фишечки от НС работают. Не сильно, но работают. Да. Хотя я не помню, кстати, кто это первый. Убивать Рубика. Ну, убей же. Нет, она его не убьет. Ну, там еще Спирит Бир как бы гонится. Плюс есть уже Entangle, да, называется. Да, Entangle Close. Ну, там килл. Да, там уже Вивер просто бегает и рофлит в шокучах, всех убивает. Ну, как бы плевать на всех, мне кажется. Лэнс ему уже, да, весело. Это Yellow Umbrella просто полную доминацию делает на карте. Но я вижу, все-таки, что здесь есть определенные... Ой-ой-ой, сейчас может просто умереть Виннер. Он его поднимет, но не уйдет, наверное, отсюда. И подох. А, нет, врубается Стампит и пытается убежать. И убегает Виннер. Слардар думает что-то очень долго. Дает станчик и все-таки забирает Рубика. Не забирает. Вот надо было уходить сразу Рубик. Не доиграл, мне кажется, здесь Рубик сейчас. Просто не доиграл, малый. У Виспа есть ботл. Хочет собрать урну. А тут выходит просто, кстати, Джаггернаут. И сейчас он в соло разберет этого парня. Хотя здесь Вивер жесткий очень. Плюс падает вышка. Падает вышка. И он идет убивать Джаггернаута. И он его убьет. Да, и убьет также Вич Доктора. Как обычно. Мы с Тамарой ходим парой. Ну, снэпа уже Викед Сик. Сейчас он 8-й килл получит, мне кажется. Да не кажется, получится. Ах, тут, кстати, на подсейве Абаддон. Надо будет, он сейчас еще двух завалит. Хотя снайп тут уже бегает, рофлит. Его уже так. Влетают в никуда каски. И снайп делает уже монстр килл, уходит на таймлэпсе. Все у него шикарно. Ну, классно, у него есть Dragon Lance. Да, из 9 киллов команды Yellow Umbrella на счету снайпа 8. У него все вообще прекрасно. Тут как бы остальные могут даже не париться за результат. 8 у Вивера и 1 у Кентавра. В итоге самый высокий нетворс у нас идет у Снэпа, у Вивера, потом у Кентавра, потом у Лундруида. Ну там один выехал за счет фрага, второй за счет одного фрага и фарма, и третий за счет чистого фарма. А на дне мы видим Вич-доктора, у которого даже 1000 нетворса нет. Пятихатка. Это что-то на уровне Вич-доктора миллионной позиции. Ну а дальше просто идут Yellow Umbrella. Они уже, в принципе, могут собираться там у Вивера, как у персонажа, который... Побудь пытаться убить. Который любит сноуболить. Преимущество сейчас просто огромное, к нему вообще лучше не лезть. Нет, здесь Квапа никак не убьет, мне кажется, или попробует... Да, мишку убил, да, плюс 300 золота есть, и тут сейчас еще убьют Виспа. Там есть уже даггер у Слардара. Ну, даггер у Слардара это хорошо, 11 минут, это... Да, 9-5. Единственное, нужно как-то останавливать снэпа, и сейчас по снэпу разлетаются каски, если сейчас еще отлетят, нет, повезло, наверное. Или там уже просто кончились. А теперь он получается. И стрик срывают, видимо. Нет, у снэп уходит, какой потный парень. Тут его, кстати, могут убить, тут есть вард. И станчик должен быть. Нет станчика. Нет станчика, потому что нет маны. Ничего нет, все, он просто уходит. Молодец. И Квапа застряла в 300. Да, и тем временем упал уже мид у Valor Gaming. Они отыгрывают пока что похуже. Графики надо. Да, можно посмотреть графики. К 12 минуте мы видим огромное преимущество по нетворсу у Yellow Umbrella. 6 тысяч. Нападает на Слардара.
аннигилируют Свардара и дальше идут. Дальше никого нет. И уже почти в 7000 преимущества у его Umbrella по Нетворсу. И по опыту в 5000. Практически ровно в 5000 преимущества. 10-5. И сказать-то особо нечего. Я надеюсь, стрим лучше стал работать. Дальше пушит Т2. Да, влетает сейчас Слардар, все-таки будет файт, здесь умрет Рубик, пытаются сейчас дальше забирать кого-то, пытаются забрать медведя, 300 голды достаются Джиггернауту, бежит дальше Ред Фьюри, у Ред Фьюри есть Блинкдаггер, и он должен влетать и убивать Формулу, Формула здесь умрет, влетает, тут же Фолуми дает стан по 2 или по 3, я точно не заметил, и влетает Снэп, который снова начинает рофлить, здесь начинает файт, проюзли Стампиду, да, проюзли Стампиду, но здесь уже Дикин начинает разваливать из неизвестно каких расстояний, какой-то совсем дальнобойный получается Лондруид. И Вивер оформляет 9-й килл, Вивер Годлайк. Подобие, отлично. Жесточайший получился файт. 3 в 4 он завершился, и обе команды получили почти по 1000 золота с этого файта, но все-таки этот файт остается победным именно для Yellow Umbrella, которые снесли в итоге вышку. И что есть у Андроида? У Андроида есть Мидас. У Андроида есть Мидас. И у него есть уже, в принципе, Dragonlance. То есть сейчас это будет настолько дальнобойная ракета V2, что не знаю, есть ли смысл к нему подбираться. В смоках выходят ребята из-за Valor Gaming. Идут и хотят кого-то подцепить. И, видимо, будут цеплять Вивера. Потому что Вивера нужно убивать. У Вивера есть таймлэпс, он может уйти. Поэтому его нужно очень жестко законтролить. А контролить-то особо нечем, ребят. Он всех палит шукучами. Его никто не может увидеть. Проюзали дасты. И он просто с таймлэпса уходит. Ну нажми ж ты на... Не видят его, просто не видят. Он бегает и рофлит, пока его Umbrella сносят вышку на топе. Он просто создает огромное количество пространства, его не могут убить. Но все-таки он попадает под Corrosive Haze, пытается уйти, там еще прожимают стампиду. И, видимо, он еще уйдет. Что происходит? Что происходит? Просто Valor Gaming всей командой бегают, пока им сносят топ. Просто им сносят топ. Работает тактика. Работает тактика. И, видимо, убивают Снэпа, снимают с него 987 золота и Godlike Streak. Но тут это вышло только в минус. На самом деле, Valor Gaming сейчас просто влетают и убивают Слардара. Вот как раз про то, что я говорил. Телекинез плюс Hoofstomp. Все хорошо, это накрывается потом Double Edge'ем. То есть... В общем, шикарная связочка на самом деле. Очень много урона, особенно на ранней стадии игры. А у Дедоктора 5 обсервер вардов, и он их не может поставить. Здрасте. До сих пор Дворс меньше 1000. Да, 5 уровень. Вич-доктор не может себя на этой карте найти. Чувствует себя как инопланетянин не в своей тарелке. У него явно не пошла игра, было 4-5. Зато игра пошла у Снэпа, который на нем раз виделся, и сейчас у него уже есть линка. Это да, это пошла. Сложновато его будет остановить, у него еще и дизоль будет сейчас. И он просто сейчас хочет под дабл дэмэджем забрать Рошана, а что? У него есть линка, то есть... А реакции-то вряд ли какой-то, мы дождемся от Valor Gaming, у них там нет варда. Но тут... Сейчас может все-таки умереть, наверное, Снэп? Нет. Снэп не умрет. Здесь все проюзали впустую. Сейчас будет, видимо, либо генеральное сражение, либо его не будет. И просто его Umbrella заберут. Да. Заберут просто они Рошана. И пойдут уже завершать игру до конца. 16.45 получен. Эджис. Он у Вивера. Да, я бы на этом отметил уже писал Good Game. Ты бы и до выхода крипов писал Good Game, а тут ребята все-таки еще понимают, что нужно как-то драться и пробовать победить, поскольку даже одно очко в
группе Б, но лишним не будет. Пока что Yellow Umbrella отыгрывают, в принципе, довольно стандартную для себя, ну как, стандартную для себя ситуацию, когда они хорошо начинают, у них после того, как они забирают Рошана, остается выбор, собственно, куда идти, что забирать и как действовать дальше. На базе у Вейлоров статуя Слардара, она про тебя. Ну, это было смешно. Это, ну, короче, ты понял. Да. Зато Жиза и не ха-ха. Да. А что там есть? Статуя Свена, которая тоже про меня. Так интересно. Ну, не совсем. Да ладно. Но Слардар, да. Слардар это топовая. Я ее, кстати, видел. Не удивлен. Так, подходит Сатир, дает Хадукен и умирает. Отлично. Ну, собственно, все. Сейчас второй шрайн заберут Yellow Umbrella, продолжат дальше действовать как по накатанной. Ну, Фарас пытается спушить. Кстати, сможет он, наверное, спушить вышечку. Да, одну вышечку он спушит, но толку от этого будет. Да. Снайп прекрасно, кстати, создал вот это. Создал пространство. Еще и убивал к тому же. То есть это был не просто стандартный Space Creating с огромным количеством смертей, а именно. Залетает туда, да, вот. Топ. Это был Omnislash от Рубика, ребят. Это был Omnislash от Рубика, и Слабдар умер. Ну, обычно про такие смерти я говорю, что Родина его не забудет. Ну, здесь, по-моему, не то смешно. Ну, не знаю. Ну, как бы видно, что здесь Слардар умер за наши грехи. Ну, тут дают дискорд, но здесь просто сейчас отдадут сторону, ребята. Либо нужно как-то драться. Берешься, тебе же хуже будет. Стоит Рубик в позиции, он украл скриму квапы. И по нему дается стан. Тут же, кстати. Пытается убить Рубика, но не получается. В итоге на развороте еще получает у нас Слардар. Врывается кентавр, аннигилирует просто доктора и попал. И убивает еще Слардара. Вновь, кстати, умер Слардар. Слардар очень часто умирает в сегодняшней игре. Ну, как мне кажется. Да. 6 раз он уже умер. Снэп просто аннигилирует. Трипл килл, ребятки. Оффлейнер, трипл килл, ГГ пишет Фараз. Видимо, на этом игра завершится. Это было легко. Для Yellow Umbrella. Я бы здесь даже не сказал, что здесь какая-то большая разница в классе была соперников или чего-то еще такого. Просто Yellow Umbrella смогли реализовать свою стратегию, а вот у команды противника что-то не так пошло с самого начала. И поэтому мы просто видели, как завершилась эта встреча чуть более чем за 20 минут. Ждали, на самом деле, гораздо больше. Ну, вот так вот. Неоправданно, хотя кому как. Мне нравится ник Абадона. Мир Донбассу, вон из Авдеевки. Да. И всем селом.